Эй, друзья, снова всем привет, С вами Ликогин, что ж, продолжаем прохождение игры Stranded: Alien Dawn. И сегодня мы попробуем с вами создать армию, мать его, роботов. Ну что ж, первый у нас маленький робот уже готовится, поэтому мы его сейчас отправим на строительство. Но есть одно условие: данным роботом могут управлять только воины. О, хоу, совершил прорыв. Прорыв в чем? В фонарях или что? Да? Ну ладно, окей. Так вот, какой молодец. Ты мой золотец. Ой, ты молодец. Только воины третьим навыком боя. Только третий уровень боя они могут с ним сражаться. То есть Эй может сражаться только Саманта и Зандер. Если мы попробуем воссоздать еще одного робота, у нас нет энергии ячейки, ядро робота, но, по крайней мере, у нас на будущее хоть что-нибудь, да, я думаю, мы сможем, справимся без проблем. Кстати, внутри 7 градусов всего лишь. А надо включить, кстати, да, что-то я этот вообще... Вот, развести огонь, тут вообще как нифиг делать же. Все, робот готов, вот такой вот он робот, шикарно выглядит, у него есть автоматическая пушка. Мы назначаем владельца сюда Саманту. И можем даже протестировать. Давайте мы сейчас сделаем так, чтобы она села. Все, Саманта бежит. Опа. Все, робот готов. Вот такой вот он. Самое что классное, у робота есть прыжок, мать его. Короче, мне больше никто не... не страшен. Можно на кого угодно. Ладно, это мы пока вернемся обратно. Так, прыжок, перезарядочка, и замечательно. Можно высадиться, пересесть и так далее, да? Но этот... Все равно очень здорово. Вот так вот выглядит этот робот. Все, высаживаемся. Вот так мы его ставим на место, все. Поэтому как только на нас нападет так, отменить призыва. Как только на нас кто-нибудь нападет, ясное дело, мы что, правильно, в робота нахрен и та-та-та-та-та-та-та. Ну я уверен, что робот будет нам очень сильно помогать. Но вообще, я думаю, такой вот робот, он будет хорош именно для зачистки гнезд. Мы знаем, что недалеко от нас есть одно гнездо. По-моему, оно в той стороне находится. Где оно там? А, вот это гнездо. И если собрать если взять двух роботов, я думаю, будет, ну, неплохо. То есть тут есть вот несколько насекомых с шипами. И уничтожить. Прочность. Организованное жилище построено насекомым для обитания, размножения и социализации. Пока гнездо не уничтожено, оно может порождать новых насекомых. Конечно, проблема в том, что на нас насекомые не нападают. Это вот, я так понимаю, все-таки, ну, элемент именно сценария, где на нас никто не нападает. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, Катя продолжает все так же совершенствоваться в готовке. Что у нас еще вкусные рецепты? Так, мясной пирог. Так вот, твердоклуб не нужен. Ну давай мясной пирог, у тебя все равно один только. Грейсон, нет занятий. Ты дебил, иди отдохни. Все-таки надо переставить. Мне не нравится, что он здесь стоит. Вот так вот. То видите, робот как-то этот рядом находится. Спорит о современной архитектуре. Саманта все замечательно продолжает. Идет исследование сейчас у нас так называемых фонарей, да, чтобы мы могли поставить парочку этих фонарей. Обязательно здесь тоже нужно будет поставить фонарь, поэтому мы здесь делаем вот так вот, копируем. И сегодня мы с вами начнем строительство склада. Мы начнем с вами сегодня строительство склада. Что интересное в складе я придумал? Склад будет трехэтажный. Вот это мне прям... Башку так прям вбилось, мне прям интересно. Хорошая поддержка. Давайте бетон, наверное, очень хорошая поддержка. Да, давайте все-таки мы бетон используем, да? Так, первоначально у нас будет вот такой вот пол. Пол будет небольшой. Склад, не скажу, что склад будет прям огромный. Вот он будет 5 на 5. Сделаем, да, 5 на 5. Замечательно. Все, и вход будет вот здесь. Замечательно, все, превосходно. Это есть. Сейчас они строятся. Потом мы будем строить так называемый... А сколько ты можешь взять за раз? 24. Это так охуенно. Это так охеренно. Когда робот просто приходит нафиг и все делает. Так, играет дарт. Саманта занимается. Зандер отдыхает. Оуп.
Все, замечательно. Кстати, я же этот, хотел же построить 4 этих кресла, так давайте мы сейчас их построим, да? А ткань? У меня нет тканей? Нифига себе. Перьев у меня нету. Сена. Сена есть, а почему нету? Количество раз. Нет, до 100 давай. Ага, замечательно. А почему ты здесь застрял? Застрял, наверное, да? Стопудово застрял. Давайте-ка мы тогда его передвинем. Мне кажется, он застрял. И здесь. Так, призвать. Отменить призыв. Гарнизон. Он застрял. Катя, передвинь кресло, пожалуйста. Он застрял. Да. Хорошо. Не проблема. То, что... О! Поп достала эту. О, 25 этих. Ага. А где ты добывала тут у нас? Здесь, что ли? Наверное, кстати, да. Так, где тут у нас? Каска есть? Собаки, драки, ульфы, новые драки. Прожектор? Парис Хилд? Где прожектор? А, это ты что, прожектор? Мать твою. Пол, метринский лабораторий. Понятно. Ничего такого, ничего не понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, так, у нас внутри нормально. 17, 19, 29, 7, 8, 20, 5, 7, 9, 13, замечательно. Вот, после того, как мы построим этот пол, склад, у нас же по исследованиям есть что, правда, лифт. Кстати, я хотел начать уже изучать боевых роботов, ну, посмотрим. Мы пойдем изучать лифт. Лифт будет очень хорош. Так, процессоры есть. Ага. Самое главное, что процессор у нас есть. Потому что, ну... Вот здесь, в этом плане, это, конечно, проблема, когда процессоров нет. Кстати, вопрос. Дрон быстрее перенесет, чем хоп будет туда-сюда, да? Кстати. А что, у меня топливо вообще по нулям, да? Ты ж мать твою. Саманта, не знаешь, что делать? Иди строй. Кстати, блин, все-таки Саманта это охеренный человек. Это вообще охеренная женщина. Потому что она максимально быстро вообще повышает навык именно строительства. Это вообще шикарнейшее, шикарнейшее. Прохладно? Катюша. Так, ничего нету. Ничего нету. Ботинки и синтетики. А у тебя сейчас ботинки и синтетики. Понятно. Шапок тоже нету. Ну ладно, пока так. Я понимаю, что, конечно, прохладно. Здесь надо вот рутиной заниматься. Все верно. Так, все, 4. Это так, энергоячейки. А сколько энергоячейки? У меня вообще остались еще энергоячейки? А, да, есть. О, 11 штучек, замечательно. Так, исследование. Фонари. Превосходно. Свет и тепло. Фонарь. Автоматический источник света, который обнаруживает и подсвечивает противников в зоне действия, облегчая прицеливание. Тогда все понятно. Так, без проблем. Мы просто поставим их, и все. Ага. Потому что я помню, я же здесь то же самое же был. Так, свет и тепло, фонарь. Видите, вот, ну, конечно, вот, самое что ужасное, небольшой радиус подсветки будет. Ну чё уж, куда деваться-то? 10 металлов. Ну, пока что, слава богу, металлические сплавы у меня есть. И 10 из 1 процессор. Кстати, нужно потихонечку руду добывать. Опять же, металлолом. Дрон несет касочку, замечательно. Отличненько. Хоп, что делаешь? Рутинкой занимаешься. Окей, так, а что у меня с маслом там? Нормально? Масло, 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 масло. Так, животные жиры. Уже 200. А, ну вот, нужно сырье. Мяса нету. Все, я вас понял. Ну что ж, охота начинается на кого-нибудь хотя бы. Исследование замечательное, смешение топлива есть. Так, охота у нас F. Эх, так и не вырос кремний. Так, драки тоже нужно исследовать. Так, и вот этих вот, отлично. Сама-то 8 уровень интеллекта.
Вообще шикарно, блин, просто превосходно. Так, смешение топлива тоже очень важная вещь. Но, по-моему, смешение топлива делается... Кстати, я могу верстак улучшить? Так, перейдет только верстак из металла, но он не улучшится. Вот это проблема. Так. Нужно второй строить. Он уже, ну... Вообще, блин. Места нет вообще в комнате. Нападение животных? А, этот-то. Зандер. А! Они такие смешные, я прям вообще в шоке. Сделать. Так, Зандер. Надо, кстати, давайте мы Зандера будем прокачивать по охоте. Так, действие. Зандер. Где у него охота? Охота будет единичку. Замечательно. Хоуп тоже охотится. Ну, хоуп она тут вообще ей как нихер делать. Так, строительство. Исследование смешения тофлима. Замечательно. Сейчас закончится исследование антибиотиков. Превосходно. Что-то какие-то... А, это все игры, ладно. М-занты ночные. Ну, давайте ночные очки. Гранаты. Да. Конечно, гранаты прям вообще шикарная вещь. Я, кстати, рельсовую пушку могу сделать. Давайте-ка мы ее тоже попробуем изучить. Так, лифты есть? Есть, все, замечательно. Ну, пиво варенье, конечно, бы тоже. 100 зерна, а будет 5 всего лишь этих. Дистилляция. Не. 10 топлива. Блин, вот на топливо все, вот прям вот все забито. Да нет, как, мне проще масло делать именно из мяса. Это реально. Так, Грейсон строит пол. Ага, хорошо. Пожалуйста, не забывайте. 300 металлов, 500. Бетона. Ага. Так, антибиотики у нас произведено, да? Так. А где производятся антибиотики? Круто. До 50. Ага. Так, копировать. И, короче, ферментационные элементы я переставлю наверх. Блин, почему-то что из металла? Проще этот. Сколько у меня здесь? 560 зерна. То есть, ну, если так подумать, прям вообще. Все. Замечательно. Замечательно. Пол есть. Поехали. Теперь. Потолок перекрывает пространство плоским настилом, позволяет строить комнаты на первом этаже, а также настраивать верхние этажи балкона, хранящиеся под крышей или потолке ресурсы. Медленно приходят в это. Следующее. Так. Вот так вот. Вот. Делаем вот таким вот образом. И для того, чтобы, ну, это было больше похоже на склад, понятно, понятное дело, здесь будет прохладно. Оно и логично, это склад. Я... Так, оборона, изгородь из углеволокна. Сколько мне нужно будет, так, если я вот так начну строить? 15? Да хера. Очень много. Тогда изгородь будем делать... Я бы, конечно, хотел из камня бы. Палки, дерево, такое дерево, да? Блин, так хотелось бы из углеволокна, конечно. Давайте из дерева тогда будем делать. Изгородь будем делать из дерева. Выбора просто нет. Ага. Вот так вот. И здесь будут склады. Так. Вот такие вот склады будут. Ага. Вопрос, как их складывать? Вот так вот? Нет, наверное, вот так. Подождите, получается. Вот так. Тут тогда надо, получается,
Вот так. Потом вот так. И вот так. Потому что здесь-то уже строить ничего нельзя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, да? Но вот здесь-то нельзя ничего строить. Потому что иначе будет проблема. А если вот так, то тоже вот нельзя. Вот в этом плане, конечно, да. Потому что к складу особо не подойти, конечно. Ну, пускай. Как бы это не так страшно. Игру, из-за того, что склад будет трехэтажный, не так много. Как бы ресурсы-то есть, хранятся, и ничего. Можно ящики поставить, несколько ящичков, да? А, на первом этаже точно будут такие, а на втором этаже будут ящички. Во-во-во, все замечательно. Так, исследование аварийных пайков тоже завершено. Но пока аварийных пайков у меня достаточно. Медикаменты откуда? Нашли? Или купили? Нашли, наверное, все-таки. О, экспедиция готова. А что, у меня есть? Да, 10 есть, да. Так. Хоп. Кремния нет опять, блин. Все понятно. Я думаю, почему не сделали? Все понятно, кремния-то отсутствует. О, молодцы, молодцы. Молодцы. Как молодцы. Представляете, такой трехэтажный, короче, склад. Я думаю, прям вообще будет хорошо. Пятьдесят антибиотиков сделаем, и будем, будет хорошо. Потому что я помню, короче, первый раз, когда я играл, в какой-то момент, да, у меня люди заболели. Какая-то там болезнь была, короче, и они реально заболели. Давайте-ка вот это мы отменим. Так. Отмена. Отмена. Нет. Вот, штабель. Вот, вот так это будем делать. А еще... Нет, здесь нельзя. Да. Вот, вот так. Сейчас вот так, вот так, вот так. Все, вот. Как бы одно и то же, но все же. Так, Хоуп отдыхает, ага. Молодец. Умнички, умнички. Красавцы, антибиотики. О, уже готовы, серьезно? А что, так быстро ферментация проходит антибиотиков, что ли? 12 часов всего лишь, кажется. Так что достаточно, я бы сказал, окей. Серьезно? Они здесь поставили потолок, да ё-моё. Вот, потолок построили, поэтому этот... Типа упал этот. Ну, не упал, получается, как будто бы снега там нет. Ладно, окей. Как, какая кнопка-то? Новый ресурс, они так все замечательно. Время паки, замечательно, замечательно, замечательно. Превосход, превосход, превосходная. Блин, жалко для этих... Например, в... О, и лифт исследован, замечательно. Представьте себе лифт, так... Лифт. Один процессор и 25 углеродных нанотрубок. Хорошо. Процессор у меня есть, как бы сказать, пока что еще. Пока что. Еще, еще, еще. Излучатель контроля. Так, все понятно. Необходим пол, да? Окей. Так, это не изгородь. И пока отмена. Все, понял. О, так это круто получилось. Ща, ща, ща. Ща. Я, ну, сейчас мы построим полностью. Я посмотрю, как это будет выглядеть вообще. Так, хорошо. Хоп, как дела? А, ищет утиль? Ищи. Вот вообще нисколько. Так, Грейсон. Замечательно. Катя создает ткань. Да, ткани нам нужны. Нам нужны ткани, потому что, видите, оказывается, у нас... Я забыл построить-то все эти... Вот так вот-то.
исследуя ночные очки. Пытаться попасть по быстро движущейся цели в темноте, это все равно, что пытаться разбить космическую пиньяту, завязав себе глаза. Это не только раздражает, но и попусту тратить ценное время. К счастью, мы можем собрать крутые инфракрасные очки из обрезков металла и электроники. С ними на носу будете попадать по этим скрытым планетам, как заправский снайпер. Это, кстати, вот это как раз для него, вместо вот этого вот, да, было бы... Кстати, дай-ка мы тебе лазер-пистолет 2 дадим. Где там? Зандер! Кстати, Зандер вообще классный мужик, мне прям повезло с ним, если честно. Мне прям он очень-очень нравится. Если я построю еще один морозильник. 40 и 2. Знаете, 40! 40! Да хрена. Отлично, все есть. Теперь мне нужно 2 лифта, поэтому у меня в любом случае 2 уйдет. Так, берем жилище, лифт. И вот, получается, здесь. Получается, таким вот образом здесь строится лифт. После чего я беру, делаю... Так, второй этаж. А, вот, получается, вот. Вот второй этаж. Все, теперь здесь я могу тоже строить, да? Я беру снова потолок. И из бетона снова делаю. То есть, получается, один лифт можно? О, так это ж круто! Один лифт, все, не надо несколько стоить. Получается, вот так, на несколько уровней он будет сделан. О, так это же вообще шикардос. После чего я беру... снова, получается, мы копируем. Да, чтобы, ну... Я бы хотел, правда, чтобы был этот... Ага. Я хотел бы реально, чтобы было большое количество... Господи, как называется-то? Я забыл, хрен с ним, ладно. Так, и понеслась. Вот, хранилище. И вот тут мы можем сделать ящики для хранения. А, нет, на втором этаже. Вот, на втором этаже мы делаем ящики для хранения. Раз. То есть, видите, здесь он тоже нельзя вот так строить. Сейчас можно только вот так построить. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, короче, так же, как и вот этот. Все. И вот так, потому что здесь-то ничего не нужно. Вуаля. Сейчас его быстро достроят, и будет все замечательно. Будет интересно смотреть, выглядит это все. Так, первый этаж, ага. Но вот я не люблю вот именно вот это вот. Туда-сюда, плюс, минус, прям вообще. Мне это не особо кайфует, что ли. Как бы, конечно, да, если через shift, то еще хотя бы, ладно, хоть как-то. Типа так вот. Ну ладно, хотя бы. Уже лучше. И поехали. Свет. Получается, где? А, вот фонарь. Нет доступа. Ни зоны доступа, неопознанный, ни зоны доступа. Ну ладно, будем что, хитрить. Так, где у нас? Пол. Металлом-то нету, не то что дерево тут. Угу. Надо быстренько просто поставить вот эти вот. Угу. И свет. Отлично. Кстати, они будут включаться только ночью, наверное. Блин. Дело в том, что они неплохо потребляют энергии. Ладно, сейчас посмотрим. Пару секунд. Просто раньше я делал следующим образом. У меня фонари тоже работали во время того, когда засекается движение. И типа они сразу включались. А нафига, если я могу... Не подключенной к источнику. Блин, ладно. Вот. У меня же есть датчик дня и ночи. Это цепь 14. Так я его тоже туда подключу и все. Так, 14 датчик, получается, да? И... так, нет. Получается, вот тебя надо. Вот так вот. Замечательно. Так. Деревья кончаются, да? Надо добывать тогда. Так. Большие лиственные деревья и большие хвойные деревья. Ага.
Так, ну нет, вот это не надо тогда. Что-то уж как-то этот прям перебор я тут взял. Блин. Её не надо рубить, вот. Серьезно? Вот так лучше. Да уж, странно, конечно, как-то тут все выглядит. Вот и все. И вот получается, таким вот образом у меня будет склад. Ну, конечно, не красивый. Вот так вот намного приятнее смотреть. Так, ну и давайте построим, получается, крышу. Уже из бетона. Ну да, да, просто крыша. Получается, да, у нас будет двойной склад. Все-таки не тройной, тройной слишком уж большой. Так, крыша. Или из дерева все-таки. Не, давайте из дерева сделаем. Как-то приятнее будет. Фигня. Крыша, 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 крыша. Из камня обычного, такой вот. Вот и все. Дерево. Херня получается. Хотя бы так, да, хотя бы. Так. Отлично. А, да, включено. Так, и хранилище. 2, 3, 4, 5. Раз, два, четыре, пять. Ой-ой-ой, не туда. Да. Да. Кстати, не знаю, пройдет, не пройдет, посмотрим. Но лучше все-таки, мне кажется, убрать. Этот ящик убрать, и все хорошо. Вот так вот сделать. Все окей. Оп, тревога. Поисковый корабль. Синдиката пытается определить мое положение. Если отключусь, атаки избежать удастся. Но мне нельзя будет включаться пару дней. Что мне делать? Значит, придется с ними сразиться, блядь. Сейчас, я тут, короче, строю, сука, оборону, блядь, да? Все такое, и вот на тебе. Так, цепь управления. 14, да. И здесь цепь управления 14. Так, это мы сносим. А это что? Фигня. Тебя же можно передвинуть, да, вот так вот-то? И тебя. Вот так, спасибо. Чтобы этот... Потому что они-то в любом случае эти работают. Видите, типа, днем-то вот нафига она такая вот нужна. Но в при... Ну, вот, вот в целом, ночью будет очень классно выглядеть. Прямо день. Еще не уничтожено. Так, брюки оденешь, там все это есть. Так, окей, все окей. Ну вот, представляете, вот так вот. То есть все, и здесь я, получается, все, я здесь освобождаю эти склады. А, все, освободите, снести. Освободите, снести. Освободите, снести. Освободите, снести. Все, и сейчас все будут сюда перекладывать, вот где и должно быть.
Видите, как классно он работает? Вообще круто. Ветряк не исправит. Сейчас будем чинить, что. Ладно, хоть ветряки просто сплавов требуют, а не чего-нибудь там еще. Хера, если честно, они так близко подлетают иногда. Ну, хрен с ними. Давай. Сколько у вас здесь будет? 7. Вот это уже интересно. Вот это уже и что-то. Просто нет смысла ставить, например... Ну, освещение нет смысла ставить ночью. Фу, ночью, блин, днем. Потому что так все равно видно. Ну, они сейчас нападут ночью, так что тут в любом случае. Пойдут они вот так вот-то. И где-то вот здесь ты заметит их датчик движения. А турель начнет стрелять и по нему отсюда. Окей, хорошо. Еще один. Да хватит ломать. Вы че, блин, а? О, рельсовые пушки, мать твою. Один процессор, одна энергоячейка и 10 нанотрубок. Сколько у меня процессоров осталось? 2. 2, да? 2. Всего лишь 2, если честно. Всего лишь 2. А, ладно. Мне бы, конечно, одну по... Катюша, а что ты перед мужиками светишь зопой? Зёпой. Давай, иди зёпу. Пустая очередь, видите ли. Сейчас! Дам работу, охереете. Ну, давайте сборку процессоров, сборку ячеек. Обязательно, да. Роботы-хирурги еще не скоро. Игровой автомат, все бессмысленно. И давайте боевых роботах. Так, а... И зачем? Нормально, во. А, я хотел на третьем этаже я хотел бак для ферментации поставить. Баки для ферментации. Но я думаю, вот здесь-то я смогу их поставить, кстати. Здесь я смогу их поставить. Окей. Так. Во-первых. Так, мне бы нужно было не строить. Переместить. И ты это сейчас быстренько делаешь. Ага. Так, вот он прямо, да, здесь. Вот здесь он прямо делается, окей. Этот пока... Здесь стоит, потому что мы передвинем шар. Окей, я попозже там передвину. Сейчас ты делаешь это быстренько. Передвинуть. Так, 14 есть? А, замечательно. А здесь тоже 14 есть, замечательно. Так, все, окей. Бегом, я сказал. Бегом! Марш, марш, марш! Faster, faster, faster! Устройство без питания. А, ну да, потому что передвинул этот. Ага. Все, замечательно. Вот они. Теперь оборона. Вопрос. А если я поставлю здесь лазерную турель? Нет, рабочая зона, видите, заблокирована. То есть нужно выше только ставить. Неровная местность и тому подобное. Все, ок. Атака синдиката. Не замечательно, конечно, плохо все. Так. Призыв сюда. Призыв. Сесть в робота. Призыв сюда. Призыв сюда. Призыв сюда. Самое главное, я хочу посмотреть на робота. Бегом, мать его, бегом! Фастер, фастер, фастер! Уик! Так класс, садится прям в него. Реально вообще круто. Че, ублюдки? Так, сейчас датчик движения должен был заработать. Да.
Отлично. А эта нить не дотягивается. Хера себе, что там? Пушку что ли это? Кинули. Короче, надо вот здесь еще ставить эту дополнительную вышку. О, видали? Во-во-во. Во-во-во-во-во. Хера тут прям носит. Кстати, да, у нее же есть эти. А че промах-то? Вот. Чего страшного? Хорош. Так, ну что ж. Мы нашли наше слабое место. Это именно вот здесь, то потому что нету фонарей. Ну ничего, мы учимся на ошибочках, как говорится. Так, возвращай его на место. Так. Ты-то что, нет? Да ё-моё. Мы его починим, ничего страшного. Все, давай обратно сюда. И вот сюда. Я он стоял. Отлично. Хорош, хороший робот, то есть по 5 наносит. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так, и давай собирать. То есть, ну да, вот просто тупо не хватило. Потому что вот они вот здесь-то в основном остановились, да, и начали нас отстреливать. А не хватает радиуса. Но если бы вот я здесь поставил, это было бы лучше. Поэтому мы сейчас так и будем делать. Получается, здесь рядом с башней получается, да? Или как? Да, вот получается, прям вот так вот. Ну так мы ставим. Ага. Потом ставим, получается, ниже. Вот так вот, замечательно. Да, чтобы можно было построить. А нафига мы так делаем? Хуй его знает. Нафиг мы так делаем-то? Мне так не надо же. Уже так не надо, потому что я понял, что так нельзя. Вот, мы здесь потом просто поставим этот. Как его, дополнительно получается. Пол, да, деревянный, вот так вот-то. Чтобы они могли построить там этот. Все. Я вот эту штуку... Я пока вот, наверное, вот эту. Или... У меня нет больше процессора. Ну, сейчас посмотрим. Может, разберем. Еще найдется, да? Почему бы и нет? Ну, пока вот как-то так вот. Все замечательно. Мне все понравилось. Сам он... Так, ага. Так. Все, умничка. А ты можешь его починить? Что ему требуется для ремонта? 16 металлических сплавов. До хера. Поэтому пока нет. Потихоньку, но починим его. Не думаю, что это будет проблема. Еще никак не достроится, блин, этот. О, хорошо. Я думал, лифт будет большой, как маленький. Даже так пускай. Так, ищем утиль. Замечательно, сохранение пошло. Все, красота. Вот жалко, вот что единственное, мне жалко, то что здесь очень маленький радиус этих прожекторов. Вот, прям вообще. О, один процессор нашел, замечательно. О, быстренько отремонтировала. Хорош. Ну, бетонные, конечно, да, хороши там. Ну, еще электроники с денежками. Пистолет. Смотрите, можно сразу разбирать, кстати. О, ядро ИИ. Отлично. Собрать утиль, собрать утиль. Собрать утиль. Собрать вот так, пожалуйста. Потом, ладно? А что, дрелька слишком... Ух ты ж... А, они что-то бросили, точно. Гранат, скорее всего. Эми гранат, наверное, бросили, поэтому...
Вот это, вот, 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 вот это да, это да. Это тебе не хухры-мухры. Ну, ядро и это хорошо. Но пока роботов-помощников мы пока все равно, что, все равно еще не делаем, но... в принципе-то норм. Все находится под крышей. Так что... Еще вообще даже заморожено нафиг. Да, зима же наступила. Так, вопрос, почему... Нет доступа, да? А здесь вот они успели сделать все управление. Понятно. Так, тогда сейчас быстренько пол построим. Но я говорю, вот с этим нужно, конечно, тоже очень будет. Нужно быть очень внимательным. Ага. О, это более улучшенный. Да, о, это прям вот лазерный пистолет 2.0.0, я так понимаю, да? 2 энергетики, 2 процессора, да, это вообще шикарно. А ядро, если разобрать, 3 процессора 10 электроники даст. Хорошо, обычно лазерный пистолет всего лишь 7 металлолома даст. Ну, пускай. Грейсон 7 уровень строительства, замечательно. Ну, вроде бы вот и все. Вот все, что я, как бы сказать, хотел, да, вот вообще, в принципе, сегодня. Осталось, наверное, последнее. Это нужно сейчас здесь. Нам, короче... Я хотел же сюда этих, сделать загон для животных. Баки для ферментации я вообще хочу переставить на третий этаж, вот сюда. Вот они здесь переделаны. Получается, я же могу их сюда переставить, так ведь? Блокирующие объекты? Подожди, потому что, наверное... А, нет, сюда, здесь не получится, да? Жалко, конечно. Тогда им нужно отдельное место где-нибудь. Ну, вроде бы пока и так. О, ну-ка, смотри, как хорошо. Ух ты ж... А чё пещерный житель? А, ну да. Класс, смотрите какая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Спустись. А он крышу строит. Надо свет сюда, правильно же, привести. Я совсем забыл. Я хочу посмотреть, как он спускается. А, изгородь нормально прям. У него тут два удара. Блин, как капец. Ну, кстати, классно, что они меж могут ходить тоже. Кстати, надо посмотреть, что у них вообще там есть. Что там можно хранить. Так, никакой сырой пищи, никакой готовой еды. Никакой одежды. И никаких прочих предметов. Медикаменты. Аптечки пускай здесь не хранятся. Так, оружие можно. Инструменты можно. Материалы можно. Электронные детали можно. Кожа можно. Все, вот. А теперь нужно скопировать. О, хорош. 13 ящичков, замечательно. О-хо-хо, класс. Взял, так спустился. Так, окей. А, теперь первое, да? Ну, все-таки это у нас же настил. Делаем полированный бетон. Давайте стяжечку делать, что? Серьезно, так можешь? Фига тогда делать, да, этот? Так, и здесь. Отлично. Новое гнездо насекомых. Да уничтожим его. Только вопрос, где оно? Ну, знаете, вот если я возьму две машины, двух роботов, я думаю, вообще без проблем уничтожу их. Так, окей, это есть, это есть, это есть. Ну, все замечательно. Так, теперь... Вопрос, каков? Не лазить. Ну ладно, наверное, просто реально здесь быстрее. Сейчас, когда изгородь построят, они не будут так лазить. Они будут только вот, да, вот так вот. Вообще круто. Мне прям вообще нравится. Торговый корабль. Отлично. Ну-ка посмотрим. Кстати, надо попробовать заполнить его. Так, торговля. Что мы можем купить? Кожа есть. Кстати, есть немножко жидкого топлива. Давайте, сколько у него? 240. Подождите.
А, 1000 всего лишь. Так давай на 10 тысяч куплю жидкого топлива. Просто его реально очень много. Ну, а на трубке, кстати. 2500, да? Ну ладно, это не страшно. Так, зонт. Сигнальный огнит не нужно. Вино? Да, вино. Бухнуть, чтобы. Давайте на 15 тысяч куплю все же. Вот так вот. Да сейчас доставят, опа, не переживай. Так, и поехали. Свет, потолочная лампа. Свет, потолочная лампа. Во, все замечательно. Во. Во, вот так вот. Ну, имеется в виду, чтобы не показывать, типа, что делать сейчас и так далее. Но выглядит очень круто. Вот такой вот складик. Мне нравится. Все, превосходно. О, играют, да. Хорошо. Что там по досугу еще есть? А, я могу уже этот... штангу поставить. Штанги! Ой, блядь, где поставлю вам? Негде ее ставить пока что. О, смотрите, какой этот. 4 прекрасных... Так, надо, кстати, каждому-то назначить владелец. Так, Грейсон, Катя, Саманта, Эндер. И надо этот... Еще одну сделать, еще одну, еще одну. Господи, как называется-то? Еще одно кресло надо сделать. Это выглядит немножко не по, не по-людски. Просто если у сам у Грейса, если у Хоуп не будет кресла, то она не сможет сидеть на, ну, чем-нибудь кресле. Вообще не хуй, типа, они такие сказали, пошла ты нахер, да, типа. Давайте-ка кровать я перетащу. Передвину кровать-ка сюда. Сандеру, да. Так, все, принесли нам 100 этих. Отлично. А кремний есть? Нет, ни у кремния нет, понятно. Кстати, за 9000 можно продать ядро и... Ну, ладно, это фигня. Так, сразу же давайте построим здесь. Вот, и вот получается, вот где как раз все валялись, да, вот она... И будет построено. Все замечательно. Переноси, ага. Сейчас здесь пол сделают, лампочку построят, все замечательно. Все спят, ну, правильно отдыхают. Оп, только у нас что-то недостаточно задач ей. Видите ли, блин. Лампочку не строй тогда, если, блядь, делать нехуй. О. Другое дело. Так, что и следующий у нас? Процессоры, да? Ну, процессоры, да, нужны. Очень нужны, причем. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами сегодня закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. В следующей серии будем, наверное, стараться сделать... Попробуем, наверное, сделать еще одного робота и нападем на гнездо насекомых. Все. Я, наверное, знаете, как сейчас сделаю? Я сейчас дойду до робота, построю двух роботов, и мы в следующей серии с вами пойдем. Все, всем большое спасибо, всем удачи, всем пока-пока.